никогда не исполняемый текст, который называется «Берманрак». Лёш! Старались. Но ничего, он оказался настолько достойным человеком, что он отказался от этого миллиона. Вы когда не слыхали что-нибудь подобное? Не слыхали, я бы думал, не услышать. Да ему сказали, что 1 200 000 это можно. Не шути. Так вот. Северного, а вы, наверное, уже это имя не знаете, но он все еще живет. Вот 12 марта будем отмечать его день рождения. Так вот, сейчас я хочу поздравить нашего именинника, зачитаю поздравление, которое он написал, а потом спою вам одну песенку, которую, надеюсь, вас позабавит. Пелевину Сергею. Имеется в виду настоящему, наш Пелевин настоящий. Потому что есть еще поддельный Виктор Пелевин, писатель, он не Пелевин. Поздравления с 55-летием. Пелевину Сереге у счастья на пороге. Желаем только в творческих побед. Иди вперед, дружище. Не надо денег тысячи, друзей поболее, этим ты богат. Нам золото не надо, удача нам награда. Твоей удачи каждый будет рад. Рудольф Фукс и друзья. Друзья. Так вот, друзья, я сейчас вам свою песню, текст, который написал Виктор Соснора, наш питерский знаменитый поэт. Может быть, не все сейчас его знают, но он не так давно получил премию, самую большую поэтическую премию. А этот текст он подарил мне в свое время в
взамен девушки, которую он у меня вел. Ее, к сожалению, уже нет давно. Я помяную, сейчас звали ее Марина Вельдина. И эта песня посвящается ей. Песня называется «Летел литейный в сторону вокзала». Я, к сожалению, не репетировал ее с моими друзьями-музыкантами, но поскольку мы профессионалы, нам репетиться не надо. Итак, внимание, я начинаю. Ля минор. Хоть ожидания нечего давно. А что сгорело, конечно, перестанет и промелькнет, как кадры из кино. А что сгорело, конечно, перестанет и промелькнет, как кадры из кино. Пошел я круто, пока-пока, время маршрута. Сижу и пиво, желтое, салют.
был официант. Какой назвать официант? 150. Салют.